Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы! Сегодняшняя наша тема будет посвящена открытому грунту, а именно, как правильно подготовить почву в открытом грунте для высадки томатов, в случае, если в прошлом году мы уже здесь их высаживали, да, Николай Петрович? Да, Василий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Так, начинаем, Василий Иванович. Значит, сейчас мы находимся возле грядки открытого грунта прошлогодней. Грядка у нас длиной 4 метра, шириной 90 сантиметров. В прошлом году с Николаем Петровичем мы здесь выращивали томаты открытого грунта. Значит, нам осталось выяснить две вещи. Первое – это кислотность нашей почвы с помощью вот таких вот лакмусовых полосочек. Есть еще один немаловажный вопрос. Николай Петрович, что это за сорняки у нас здесь? Сорняки, Василий Иванович, это мы же под зиму посеяли озимую культуру, овес и вику. И дело в том, что улучшилась и структура почвы. В этом году, вот буквально неделю назад, все это перекопали. И не надо этого бояться. Некоторые боятся, огородники не сажают сидираты ни осенью, ни весной. Если вы успеваете посадить весной, ничего страшного. За месяц-полтора они взойдут и облагородят почву и структурой, и питательностью. Вика, например, да, вот сейчас я покажу. Что такое вика? Вика – это бобовая культура, которая очень часто сажается для того, чтобы насытить почву. Ух, вот какая посмотрите. Корневая система. А посмотрите, какие здесь есть корешочки. Вот на корешочках есть клубенечки, беленькие клубенечки. Какие-то шишечки прям вот такие, шишечки, да? Такие, шарики, видите, ага. Да? Это не что иное, как азот. Это азотофиксирующие клубеньки. Берут они из воздуха. И понятно, что нам теперь азот не потребуется до плодоношения. А может быть и больше, если прошлогоднего питания хватит. Хватит. Потому что мы же много очень носили. Да? Мы всегда говорим о том, что внося один раз питательный элемент, их можно не вносить другой раз, потому что можно просто за счет севооборота То есть высадить подобрать уже не культуры, томаты, а которые культуру, меньше правильно? Нуждаются в питательности. И, пожалуйста, этот биогумус еще будет работать. На следующий, на третий год еще какую-то культуру посадить, которая Николай совсем Петрович, мало. А если мы томаты будем в этом году высаживать? Мы в том году высаживали томаты, ну, правильно, и нам, в этом году нам томаты. Ничего не остается делать, у нас места мало. Разгуляться негде. Значит, поэтому мы с вами будем вносить опять. Но вносить мы сначала должны обеззаразить почву. И это мы делали и осенью, и ранней весной. Да, совершенно верно. У нас же есть препараты, которые... Трихоцин. Мы обрабатывали трихоцин. Нет, мы обрабатывали значительно сильнее. Формайодом? Формайодом. Так что я надеюсь, что все-таки мы избавились от болезней и вредителей. Николай Петрович, а вот по поводу кислотности почвы. Значит, с помощью лакмусовых полосочек, да? Да. Мы можем что с вами сделать? Ведерочко вот такое вот симпатичное. Подайте, пожалуйста, да? Сейчас я возьму еще вторую пробу. Вот я взял с конца грядки пробу. Давайте я вот отсюда возьму. Теперь я в серединке грядки беру пробу. И вот еще с конца грядки. Так, где-то там, да. Ну, почва хорошо перемешана. Вот так. И теперь перемешайте просто, чтобы все-таки посильнее. Давайте я перемешаю так, поинтенсивнее. Вот так. Вот так. Так, теперь просто-напросто чуть-чуть увлажните. Вот так достаточно. И прикладывайте туда полосочку. Вот так, правильно? Да. Приложили. Пальцем. Прижмите, подержите, доставайте палец, сравнивайте со шкалой. А шкала у нас на упаковочке. Да. Здесь, да? Ну, основное большинство все-таки овощных культур, которые мы выращиваем, требует близкую к нейтральной это реакцию. Нейтральная это у нас 7 нейтральных, но 6 то же самое можно считать нейтральной. Ну, Николай Петрович, почвой. У нас, я так понимаю, 6. Да, 6. То есть эта почва можно сказать. Замечательно, не нужно. Если бы у нас было бы ниже 5, например, 5,5 даже, то мы должны были бы воспользоваться вот таким раскислителем. Василий Иванович, я всегда всем советую пользоваться раскислителем именно вот таким. Не доломитовой мукой, не известью, не мелом, а именно раскислитель, который, дорогие друзья, этот раскислитель можно использовать непосредственно перед посадкой. Буквально за неделю до посадки мы раскисляем почву. Все написано на упаковке. Сколько нужно добавить на квадратный метр, чтобы достичь той или иной
кислотности почвы. Но нам с вами не придется сейчас этого делать. Нам потому что не у нас надо. Кислотность да, очень хорошая. Она подходит очень для выращивания хорошая. Томатов в открытом грунте. И огурцов. Ну, огурцы требуют, может быть, 6,5, но и на 6 будут хорошо расти. И все другие культуры. Николай Петрович, да. Это все ясно. А что же мы тогда в итоге вносим в эту грядку? Если в прошлом году мы вносили биоперегной, мы вносили торф раскисленный верховой, да. И мы вносили с вами песочек. Речной песок. Да. Да. Ну, я хочу сказать, что почва очень рыхлая осталась. Посмотрите, какая рыхлая почва. Ну, просто необыкновенная. Угу. И песочек даже виден, потому что, видимо, оказавшись в нижних слоях при перекопке, он опять поднялся у нас наверх. Угу. Но единственное, что надо будет посмотреть по питательности. Угу. Но ведь можно вносить не по всей поверхности, а в лунки, а при, в лунку посадке. При посадке. И мы это можем даже сделать сейчас, угу. Разметив лунки, где будут расти наши растения. Так. Можно просто совочком вот так вот точечно вносить питательные элементы. То есть мы размечаем таким вот образом лунки, да? Да. Но да. Обычно это делается как? Ну, как обычно. Натягивается веревочка. Если томаты да? Низкорослые, детерминантные, ну, 4 штуки запросто, а может быть, некоторые даже на и на квадратный 5. Метр. На квадратный метр, угу. Да. Вот так много не выкапывайте, Василий Иванович. Угу. И вносите теперь биогумус буквально по совочку. По совочку причем луночку, не целому правильно? Даже. Вот, ой, вот достаточно? Так. Все. Вот так. Опа. Да. И все. Теперь интенсивно все перемешиваем. Очень интенсивно. Василий Иванович, пожалуйста. Да, работаем, работаем. Так, замечательно. Значит, перекопали. Перекопали. Теперь, Василий Иванович, я что советую? Внести, конечно же, либо трихоцин, либо... Гликолодин можно? Гликолодин можно. Все, замечательно. Пока почва будет приходить в себя, как бы, да, можно лунки даже заранее полить. Угу. Трихоцин начнет работать. То есть вносим сюда либо трихоцин, да. Либо гликолодин. Всю ямку, засыпьте всю ямку. Так глубоко не надо таблетки вносить. Да, полили и внесли две таблеточки на одно растение. Обычно пишут одну таблетку, но, знаете, на всякий случай. Все-таки у нас mm-hmm. погода бывает разной, то холодно, они все не ясно. Работают. Дорогие друзья, другими словами, если вы в прошлом году подготовили питательную почву, очень питательную, очень питательную почву, то вам достаточно внести немножечко биоперегноя под растение. И, в принципе, есть большая вероятность того, что даже в течение всей вегетации вам не придется подкармливать минеральными удобрениями. Да, да. Но, опять же, смотрите по растению. Растение – это живое. По нему сразу по листочкам будет видно, что не хватает. И если действительно все-таки будет не хватать, то ну, можно растения микроэлементы... Растения просят, они перестают да, завязывать mm-hmm. плоды, развивать плоды. Да, mm-hmm. медленнее созревают, кусты не растут. Да, конечно, нужно будет подкормить. Но, опять же, это один раз. Да. Один раз совсем немножечко. В общем, всё. Благородная почва да. – это залог да. вашего хорошего урожая и наименьших затрат при уходе за растениями. Правильно? И материальных, и физических. Согласен. Дорогие друзья, другими словами, если вы в прошлом году подготовили питательную почву для ваших растений и выращивали даже там томаты, и не соблюдали севообороты, в этом году высаживаете томаты, то... Вам достаточно будет, скажем, внести немножечко биогумуса под корень растения, табличку гликолодина. Две. А лучше две. И никаких проблем, как показывает практика, в выращивании ваших томатов в течение всего сезона у вас не возникнет. Точно. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, то подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А с вами был Василий Иванович Блокин, мечтали? И Николай Петрович Фурсов. Счастливо. Пока.